Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вас приветствует Тарет Атрет на канале Харон Адза, и сегодня мы погрузимся в мир прекрасного, просто замечательного. Мы начинаем проходить Мафию 3. Сразу скажу, игра у нас с английской озвучкой, только не субтитры на русском языке, но, как вы помните, субтитры я никогда не читаю, поэтому нарушать традицию я не буду, и все, что будет показано на экране, я буду молчать, чтобы вы смогли понять, в чем нет смысл данной игры, чтобы вы не потеряли нить сюжета и могли полностью погрузиться во всю эту атмосферу, которую нам предлагает 2K и Hunger 13. Ну не будем долго затягивать и начнем с вами. Так. Угу. Давайте выберем низкая помощь прицеливания, высокая, да. Вот сейчас идут загрузки. Вроде как говорили, что особых долгих загрузок у нас не будет, поэтому сейчас мы как раз уменимся, посмотрим. И вообще все, как вообще выглядит игра. Вроде как говорят, что на компьютерах она плоховато выглядит, на консоли в том числе. Но я играю на Xbox One, и как бы, в принципе, возможно какие-то просадки, возможно какая-то худшая графика, но вроде как говорят, что пока что консоли вроде как стабильно выдают картинку, без всяких каких-либо проблем, а вот на компьютере бывают определенные проблемы.
Так, ну вот, нам уже рассказали про нашего прошлого, скажем так, напарничка, который был главным героем во второй части Вита Скалета, который, видимо, нам будет уже, в принципе, знакомый. Так. А давайте-ка мы убьем чувака. Да, уже скучно. Так. Угу, пистолетик мы убрали, ключики мы берем. Начнем рисковать, есть броневик. Так, идем. Так, а как же у нас бежать? Ага, это пригнувшись. Ху-ху-ху-ху, стрельба от бедра замечательно. Это прицел, это выбор оружия. Так. Мех, видимо, пока что недоступен, но мы с вами будем смотреть на дальнейшее развитие. А, вот. Теперь он бежит замечательно. Ну, в принципе, по графону ничего плохого я сказать не могу. У меня на телеке выдается замечательно. В принципе, особых проблем не должно быть. Так, нам надо, наверное, выключить музыку, потому что YouTube у нас наверняка это все забанит. Давайте мы с вами посмотрим, как мы вообще это можем сделать. Так, это карта. Ага. Это у нас. Так, контакты. Дневник коллекции. Настройки. Так, настройки. Давайте сразу мы настроим с вами управление. Конфигурация геймпада, просмотр карты, меню, левый стик, бежать, левый мини-стик, это движение персонажа, бежать, понятно, крестовидный разрыв, так, поднять тело, бросить тело, так, так. Игра. Настройка игры. Сложность низкая. Режим вождения нормальный у нас остается. Симуляция нам не нужна. Фиксирована камера при движении. Так, назад. Экран. Звук. Так. Музычку мы с вами выключим, потому что YouTube ее может, в принципе, забанить. Ну как? Заглушить или еще что-то, и я не хочу этих лишних проблем. Так. Замечательно, поехали. Так, у нас с правой стороны мини-карта, а также, помимо всего прочего, у нас на дороге отображение будет показано, как нам куда поворачивать и тому подобное. Так, сигналка у нас есть. Ну, в принципе, управление не так сложное. Правда, на чем мы сейчас едем, это еще только рыто, в принципе. Хотя бронированное. В принципе, мы с вами особо не нарушаем. Yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some gook getting his dick blown off or something. I mean, god damn. It's not a fault. But not like you think. Conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Давайте постараемся поехать по правилам, в принципе. И посмотреть окружение.
That better have been one delicious fucking pig. А, ну конечно, мы уже нарушаем в принципе правила, ну пофигу. Главное, что особых каких-либо у нас ограничений нету. Ну, помимо того, что мы не должны гнать на полной скорости, хотя на этой колымаге мы навряд ли куда-то далеко уедем. Не, ну виды, конечно. Не знаю, что у всех так начинает бомбить касательно. В принципе, да, вторая мафия, она была чуток красивее, чем даже, можно сказать, третья. Но она была, в принципе, с мертвым городом, не было какой-либо нелинейности. То есть мы все выполняли вот как должно все быть, так мы все это и делали. Здесь же у нас Hangar 13 предлагает такое нововведение, что у нас нелинейность, открытый мир полностью. То есть мы сейчас выполняем вступительные задания. Вступительное задание. И уже в дальнейшем. Опа. Вот, и уже в дальнейшем мы. Ой, не-не-не-не-не. Ствол мы убираем. И уже в дальнейшем мы можем как бы исследовать весь мир. И особых проблем у нас не должно возникнуть. Так, вот сейчас мы уже почти доехали до. Казначейство, вот, да, сюда сворачиваю. Ну пошел ты нахер. Машина казначейства едет. Вы что, охренели, что ли? Бабки везу. Ваши зарплаты везу, дебилы. Так, нам надо выйти и проследовать за нашим товарищем Джорджи. Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. You can follow me. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burn room. Давайте сразу бабки возьмем. $238,546. Small bills mostly. I'll have Miss Gale call up your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it. Эксплуатация у нас продолжается, мы, блядь, должны выполнять, видимо, все. Need to check that scatter gun. You packing anything? Still in training. Good. One last goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Ничего, мненюшки. This way. I ain't seen you around these parts before. Y'all's over in Georgia for a while. He just got out of the service. My cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours, and metal's falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job, but any old nigga who staggers in is hired on the spot. Понятно, нам сюда. Пошли. Вот педрило-то, а. Ну, увидели, да? Он, значит, вначале постоял, чтобы я, блядь, пошел в другую сторону, и потом только обратно. Окей.
look at that. Didn't know y'all held that much gold. That Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. Here we are. Ну и где печь? Положи деньги на стол. Never done this detail before. Figured it'd be bigger. I guess the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. Used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Here some guy come around the house trying to switch me over to oil. Told him I wasn't interested. I never was neither till I saw this. At least with oil. We don't get shit all over the goddamn place. Пока. Да, я знал, что игрушка будет жестокой, но не до такой степени. We need to move. Danny and Ellis should be coming up any time now. Give me a second. А давайте-ка мы его кинем в огонь. Так, бросить ее. Ага, не хочет. Ладно. Keep your ass down. You don't want them getting a drop on us. I know what the fuck I'm doing. Так, конечно же, грязную работу мы сюда выполняем сами. Пока. Ага, нас запалили. Сейчас хуй бандролу, сейчас ты у меня получишь пиздюлей. Красавчики. Так, нам надо, наверное, перезарядиться и взять автоматик. Так, меню оружия удерживайте ЛБ, быстрая смена оружия, нажмите ЛБ. Угу. Ну, чё? Идёшь что-то Непредвиденное обстоятельство у нас. Давайте, ребятушки, так. Так, дружище, отойди к сторонку.
Ха-ха, ну будем добивать. Так, понятно. Помощь прицеливания можно устанавливать. Помощь прицеливания на низкий или высокий уровень не совсем отключить. Я настройки нажмите. Ага, понятно, нам это не нужно. Так. Нам нужен ствол, друзья. Нам срочно нужен ствол. И чем он будет мощнее, тем лучше. Желательно, конечно, дробовик, но я ни на чем не настаиваю, но желательно дробовик. Так, давайте-ка мы с вами перезарядим оружие, которое мы можем перезарядить. Ну, на этом все, ладно. Побежим. О, во-во-во-во-во-во-во, дробаш. То, что треба. Понятно, дробаш с тремя патронами, пошли вы нафиг. Ага, наставьте адреналин. Чего? К инвентарю. Ага. Поможем. Этап первый. Обнаружите замок, поворачивайте до тех пор, пока не окажется в зеленой зоне. Потом нажмите X. Этап второй. Выделите замок, нажмите X, когда индикатор находится в зеленой зоне. Ну, в принципе, ничего сложного. Придрочиться вообще без проблем. О! А вот это уже другие делишки. Так. Аптечка, замечательно. Stay close to the ball, watch for the drill. I'll deal with these assholes. Жара? Так. Ну, с ограблением, видимо, нас опрокинули. Забавно. Так, маршрут, задать маршрут, нажму.
Замечательно. Так, давайте с вами создадим маршрут. Нам надо ехать сюда. Да, нужно только поделиться. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you to come strolling up the sidewalk. Don't say nothing about me telling you that. I won't. He'll be fine once he sees you. Ever since Mama Hell, you know how he gets. Пока нам везет, пока мы особо никуда не въебываемся. Полиция станет враждебной или будет совершать преступление. И вести себя подозрительно, решать по ДД в зоне внимания. Внимание полиции отвечает синим индикатором экрана. Пошли вы в жопу. Я еду по правилам. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that. I never told him about the weed, that ain't nothing to nobody, but this, I gotta talk to him about. I ain't said more than three words and he's yelling about the feds. How we don't need J. Edgar up our asses and what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around the neighborhood. We ain't selling no dope to no children. Like they got any money to begin with. Fucking around the side. Heroin's pretty serious shit. Knew a couple guys over in Nam who were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's what. That's why I'm talking to Georgie about it. No way Sal's gonna go along with that. Georgie says he'd keep his old man from fighting out. We'll still clear the high-low in Frisco, just selling the French wall. Georgie's Uncle Lou won't say shit as long as we give him a taste of the action. I don't know, man. Georgie's a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. I bet he'd agree to a three-way split. I don't know. I kind of need to lay low a bit, figure some things out. Yeah. All right. Так, ну управление, конечно, маслом харами чуть сложнее. В принципе. Но я думаю, продрочимся и будет все вообще у нас тип-топ. Блин, за предзаказ должны давать определенные тачки, и я надеюсь, я их скоро получу.
пойдем с вами ляжем поспать в подвале, блять. Ну, в принципе, атмосфера того времени. Так, спать мы ляжем, только возьмем журнальчик, Playboy. Замечательно. Не знаю, в принципе, выглядит все замечательно, особых проблем я не заметил. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Поговорим с Эмми и Элисом. Так. Ага, сейф, который мне недоступен. Welding, most likely. 3-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. I'm gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like the head, but they'll come around. You need to do what's best for you. Go ahead and start serving those folks. I'll be back. Так. Ну, я думаю, на этом все, дорогие друзья. В следующем уже продолжение. Наши, скажем так, благотворительность, которым будем помогать Святому Отцу, будет в следующем выпуске. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и обязательно следите за новостями. Скоро будет.
Там это должно будет. Сейчас всем всего доброго. Удачи.